Расхожая фраза, что все болезни от нервов и нервные клетки не восстанавливаются, у всех на слуху. Но наша жизнь проходит в стрессах. И от различных заболеваний нервной системы никто из нас не застрахован. В Чебоксарах собрались врачи-неврологи из разных регионов страны. От инсультов до боли в спине. Всем этим занимается область медицины под названием неврология. Сегодня специалисты обсуждали самые актуальные вопросы и делились опытом. Боли в спине составляют большую долю всех пациентов, которые обращаются не только к неврологам, но и к врачам общей практики. В настоящее время меняются представления о механизмах формирования боли в спине. Появляется новый арсенал лекарственных средств и других немедикаментозных подходов. Поэтому врачу практическому важно ориентироваться вот в этом большом спектре самых разных проблем. Методы лечения, конечно, развиваются, но врачи не устают повторять. Многое зависит от профилактики. Страдает первичная профилактика. В основном это касается прежде всего нашего, может быть, менталитета. Мы не очень заботимся о состоянии здоровья. И поэтому мы у себя в регионе решили идти, как раньше говорили, в народ. Мы создали целые бригады в составе студентов, интернов, студентов медицинского колледжа, которые идут в торговые центры, идут на предприятия, измеряют давление, оценивают факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кстати, эффект от заботы о собственном здоровье, отмечают врачи, положительно скажется не только на самочувствии россиян, но и на демографической обстановке в стране. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика.